Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, Лёшек прикрепил вот эти красивые, интересные картины, купленные мною в фикс-прайсе. Смотрите, и коровка здесь сено жует. И welcome тыква вот здесь тоже лежит в соломке. И курочка ряба пасется на сладкой ферме. Фарм, свит фарм. И хрюшки здесь с петушком. В общем, тематика очень близка мне по душе. Да и картинки хорошо вписались в этих черных рамочках, темных рамочках на этой белой стене. В общем, красота красивая. И, конечно же, еще они гармонируют вот с этим темным шкафом. Здесь тоже будет стена кирпичики. Вот такая же, как и здесь, колонна. И будет все замечательно смотреться. Да, спасибо вам большое за комментарии теплые, которые вы мне пишете к видео. Очень мало жестких комментариев, некорректных, так скажем, бесцеремонных. Но в основном это очень хорошие комментарии, которые дают энергию для творчества, которые, ну, просто заряжают позитивом, хочется с вами делиться. По возможности, конечно же, я это делаю, но сами понимаете, ремонт. Вот вчера видео не было, ну, потому что уже сил не хватило, чтобы что-то смонтировать. Вот так на скорую руку делюсь с вами. Вы там мне пишите, что ждете мои видео, что эти видео лучше любого сериала. Это очень греет душу. Спасибо вам большое, мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья. Сейчас еще покажу, что я приобрела, продемонстрирую вам. В общем, давайте пройдем в спальню. Сейчас на кровати один из пледов. Плед турецкий, чистый хлопок, достаточно такой тяжелый. Очень красивый плед. Долго я выбирала и на Озоне, и в магазин Хофф заходила. Там у меня есть баллы, ну, чтобы подешевле как-то обошелся плед. Но, почитав отзывы, решила остановиться все же на этом пледе. Сейчас, по-моему, в наличии остался вот такой бежевый. А вы видите вот такой черно-белый. Скорее всего, черно-белый я подарю дочери. На днях она приезжает. Я думаю, что она останется довольна. Тем более, она очень любит черный цвет. Черный, белый. Вот, точно такой же плед. Вот видите, как он красиво упакован. Все ленточкой. Ну, я считаю, что это будет очень хороший подарок, если купить. Стоит 1700 рублей, то ли 1770, что-то такое. Не помню, запрашивала ли я там скидку, но, в общем, 1770 стоит плед. 2 метра на 2,20. Очень хороший размер как раз на нашу кровать. У нас кровать 2 на 160. Вот такие кисточки, обожаю. Вот такие кисточки, завязанные узлом. И это хлопок. Очень-очень мягкий, приятный к телу. Можно использовать летом как одеяло. И я думаю, что будет хорошо стираться. Я вам показала упаковку, ну, чтобы вы видели, как он упакован. Я сказала или нет, турецкий. Сделано в Турции. Вот, сейчас постелю этот плед и посмотрим, как он будет смотреться в нашем интерьере. Вот с этой стеной. И уже теперь с этим красивым полом. И еще нашла последний экземпляр на Озоне. Вот такой фартук. Сейчас тоже распакую. Вы уже помните, что у меня есть такой набор, все там в этом наборе, и скатерть, и
покрывало, и подушки, и прихватки, и сидушки на кухонный стул. Ну, в общем, полный комплект, скажем так, и даже шторы. Вот, 192 рубля стоил этот фартук. Короче, забрала. Вот, распаковала. Монечка тут пришел. Ой, как же они любят, когда застилается диван, там кровать. Ну, тут же прибегают. Как у вас коты любят, когда вы что-то застилаете. Моня, ну как тебе, фартук нравится? Монечка, мальчик сладкий. Ах ты, попрыгай такой. Как ты смотришься хорошо на этом пледе. Только затяжек мне не понаделай, ладно? Это Анечке плед. Скорее всего, подарю дочери этот плед. А сейчас застелим вот этот бежевый и посмотрим. Ну что, друзья, застелила я бежевый плед. И, конечно же, мне нравится больше этот вариант. Вот Монька тут как тут. Кстати, друзья, практически вязаное полотно. И очень боится кошачьих коготков. Я не знаю, как я буду использовать этот плед, если честно. Но Моньке он очень нравится. Видите, ему вот здесь игры. И сразу появляются зацепки. Так что имейте это в виду. Ну, не правда ли? Красота красивая. Очень красивый. Он тяжелый, мягкий, уютный плед. Покупала на Озоне, повторюсь. Вот так вот это смотрится вечером. Сейчас не вечер, а утро. Начинает светлеть. В общем, светлый плед с темным полом, с этой красивой стеной. На мой взгляд, смотрится очень красиво. Моня, ты решил поиграть, да? Ты решил поиграть с игрушкой. Он очень любит эту игрушку. Очень любит. Ой, выбражуля. Ты выбражуля. Ты попрыгай, да? Выбражулька. Монька. Монька-шмонька. И так, и сяк. Монечка, вот, потащил. Ой. Ты такой ловкий. Ой. Ну, давай я с тобой немножко поиграю на красивом полу. Ой, как мы любим играть. Ой, как мы любим играть, да? Так мы любим играть. Ой, попрыгайчик. Такой игривый, друзья, такой он умный, такой ласковый. Прям очень хороший котик. И очень красивый. Очень красивый. Потащил. Друзья, вспомнила про вот еще один плед. Это высылал интернет-магазин Юшик в рамках сотрудничества мне. И вот они идеально подходят. То есть вот этот плед можно использовать как покрывало. Он очень хорошо смотрится. А второй плед как защищающий первый. Потому что очень боюсь вот этих коготков. Вот он играется, ему нравится. Ему же не объяснишь, что так нельзя. Ему все можно. Так что вот нравится мне, как сейчас выглядит наша спальня. Опять же, еще полуфабрикат. Еще я жду тумбочки. Ну, практически одного цвета с ламинатом. Зеркала уже пришли. Лешек получил их. Но они, конечно же, в Москве. Не успели мы прикрепить бра. Не хватило времени. Но ничего. В следующий раз Лешек приедет. И прикрепим бра. Лампу уже эту я собрала. И будет вот такая же бра. Я вам уже ее показывала. Красота красивая.
Друзья, немножко грустный момент. Сейчас Алексей Дмитриевич пьет кофе и идет на станцию Ораниенбург. Ну, еще не час. Едет в Москву. Через час. 15. Ну, да, через час. В этом видео вы не увидите мастер-класс по тому, как выкладывался или клался, как правильно сказать, пол. Это будет в другом видео, но все нюансы и тонкости этого процесса я вчера отсняла. А все увидите в следующем видео. А сегодня Лешик расскажет, в чем же отличие. Вот у него в Москве, значит, кварц-винил родной, то есть германский или немецкий, а у меня российский. Вот чем отличается, Леш, есть отличительные черты? Есть. Ну, кроме того, что толщина немножко разная. У меня 4,5 миллиметра, здесь 3,5 миллиметра. Ну, у тебя 44-й класс, да? Да, по-моему, у меня 44-й класс. Здесь... А здесь 43-й. Да, но это... Вот, самое главное отличие – это в монтаже. Замок хорошо собирается, все замечательно, но если немецкий просто защелкиваешь, вот он защелкивается, и как влитой, то наш... Хотя это производители не рекомендуют, типа не надо. Наш немножко приходится подбивать. Подбивать — это не просто молотком подбивать, а нужно брать деревянную рейку, подставлять под кварц-винил, а потом по этой рейке подбивать молотком. Да, тихо-тихо подбивать молотком. Чтобы не сломать замок. Угу. То есть вы положили ряд, состыковали его, выровняли там все, и немножечко надо тихонечко подбить молоточком с брусочком. И тогда как литой становится. Так, чайничек у нас там, сейчас я чай заварю. Леш, я сейчас отключусь, заварю чай, и мы продолжим. Так, продолжаем разговор. Чайничек заварили, вернее, термос, он маленький стоит, Лешику в дорогу, в поезд. Вот. Чем еще отличается? Самое главное отличие – это цена, по-моему, да? Сколько твой стоит? Ну, мой, грубо говоря, 1900, а этот, грубо говоря, 1200. Ну, 1150 я покупал. Ну, мой тоже там 1800 с чем-то. Да, ну, то есть это на сколько получается? 700 рублей. 700 рублей разница на квадратном метре, друзья. Так что, если, конечно, позволяют финансы, то можно купить немецкий... этот кварц-винил и ну, как бы наслаждаться. И этим тоже наслаждаться. Да. Аленку вчера мы постелили, полночи по нему босиком носились. На самом деле, да, очень приятное ощущение для ног. И если переходишь на линолеум, здесь везде линолеум, кроме нашей спальни, сразу ощущается, что намного холоднее. Ну и, конечно, совершенно другие ощущения. Так что, друзья, я рекомендую вам этот пол кварц-винил. В прошлом видео мы говорили, но здесь повторюсь, что это практически экологически чистый материал. Ну, само название говорит за себя, кварц-винил. То есть кварц – это песок с добавлением пластика. То есть получается связующее. Да, это практически мы будем ходить по песочку. Не горючий. Влагостойкий материал. Да, вот, он влагостойкий, он хорошо моется. И у меня даже идея возникла. Если останется, ну, какие-то остатки, можно даже вот боковые части, вот я сейчас показываю, да, вот эти боковые торцевые на кухне сделать, собрать из этого кварц-винила и посадить там на монтажные гвозди, ну, я не знаю, скорее всего, на монтажные гвозди, да? Придется. Ну, приклеить. Придется. Вот. Так что много. Я даже в Wildberries ходила. У них, естественно, не кварц-винилом, а ламинатом сделаны стены. Да, и на Ютубе очень много информации про то, как люди делают именно стены.
из этого материала. Так что много всякой, всяких идей, было бы желание, и можно, конечно же, сделать. Друзья, я вам расскажу сейчас одну историю. Я вчера ходила, не вчера, а позавчера ходила в магазин. Лёшика встречать нужно было, ну, кое-что там из продуктов покупала, и познакомилась с соседкой со своей улицы, ну, в общем, у нее угловой дом. Да, то есть познакомилась я со своей соседкой, зовут ее Наталья, и она рассказала, ну, что-то так разговорились, что очень дорого сейчас стоят мастера, так скажем. Я не знаю, в кавычки здесь поставить или без кавычек. Ну, короче, я спросила, почему моя предыдущая хозяйка продала дом, сделав здесь ремонт. И вложив сюда много чего. Да, вложив сюда очень много денег. Построила пристройку. Пристройку, газ провела, пол воду сделала, окна поставила. Воду да все провела, канализацию все сделала здесь и продала. И вот эта соседка говорит, ей стало здесь скучно. Причем я говорю, вы знаете, я не только от вас это слышу, вот моя соседка, которая вот совсем соседка рядышком живет, она мне тоже об этом говорила, что продала, потому что стало ей скучно. Ну и мы дальше с этой Натальей разговорились, я говорю, как же можно скучать в своем доме? Она говорит, я тоже не понимаю, если честно, ну скучать не приходится. И я говорю, я вот делаю ремонт, все сама делаю, штукатурю. Она говорит, я теперь тоже сама штукатурю. И у меня, говорит, фундамент нужно заштукатурить. Фундамент, ну сколько там? Ну 70 сантиметров вверх, да, высота. И 6 метров в длину. Ну вот нашла мастеров и спрашиваю, сколько возьмете? И они ей сказали, 15 тысяч. Ну она хорошенько словцом их обложила и говорит, да вы что, с ума сошли? Ну, 7 давай, она говорит, я и 7 не дам, я сама сделаю. Вот такие цены, друзья, на вот эти отделочные работы. С потолка срубить денег, с бабульки. Да, да, с бабульки, представляете, бабулька, ей уже, наверное, за 70 далеко, как бы не под 80. Ну, такая шустрая бабулька, но все-таки это бабулька, и финансы у нее ограничены. Так что вот она будет штукатурить фундамент свой сама. А я так про себя подумала. Интересно, а сколько бы я отдала за вот эту кирпичную стену, за выравнивание стен во всем доме? Сколько бы это стоило, Леша, как ты думаешь? Не знаю. Это стоило моего участия. Да. И просто, ну, я не знаю. Я не знаю, сколько бы еще пришлось вложить в этот дом, если вот так вот все нанимать. А ведь вот предыдущая хозяйка, та, которая все делала, она все нанимала. Представляете, все ей здесь делали работники. Это мне вот моя соседка рассказала. То есть человек вложился сюда капитально. Батареи, проводка вот этой, даже котел. Пусть они повесили там, скажем, некорректно, да, но все равно за эту же работу они взяли денег. Выгребная яма, ну все, все. Единственное, что во дворе вот там плитки нет, это мы будем делать. Пристройку она, видимо, просто у нее уже финансов не хватило облицовать снаружи. Но это все такие мелочи по сравнению с тем, что человек сделал вообще. Ну да, и заборчик вот красивый по фасаду. Да, еще металлопрофиль, ой, да вообще очень много, конечно, очень много. Мы очень благодарны этому человеку, что она вот так вот все сделала. Ну и очень благодарны предыдущей хозяйке, которая все это нам продала. Вот, так что, друзья, все хорошо. Живем и радуемся. Да, дом начинает преображаться. Да, кстати, я вам... Картиночки. Да, картиночки я уже показала, Лешек, пока ты брился, я все показала. Вот не хватает, жалею, очень жалею, не хватает вот здесь вот одной штучки. Ну вот Лешек зайдет в Москве в фикс прайс, может быть, найдет такую картинку, вот сюда прям вот просится она. Сейчас покажу вам, друзья, этот экран.
который мы вчера установили, экран для ванны. Тот старый я выбросила и поставила новый. Кстати, подожди, не отключайся. Да. С этим экраном сейчас брился и наблюдал очень интересную картину. Наш Кузюлис, ага, это темненький наш, черненький, да, первый, да, котик, подошел, когда я брился, к этому экрану. Ага. Сначала тыркнулся мордой в один угол. Ага. Потом, а он значит, не падает, да? Потом лапой, значит, по нему вот так вот, по центру. Ага. Потом в другое место тыркнулся. Он стоит. Он вот так вот из-за угла, где у нас еще не заделано, за этот, да, экран залез. И вот сейчас ты пойдешь туда, услышишь храп, как он там дрыхнет. Вот так вот. Это Леша к тому рассказывает. Разница, какой был тот экран, ну, самый дешевый. Меня он очень раздражал, потому что... А ты покажи, вот направляющий у тебя стоял. Да, сейчас покажу. Друзья, не полезу я за теми направляющими, здесь направляющие алюминиевые, там были пластиковые, все гнутые, вот он, Кузьма, здесь спит, здесь у нас теплый пол, кстати, теплый пол сделала предыдущая хозяйка, не та, которая продала, которая все здесь сделала, Валентина ее зовут, вот. И коты здесь очень любят спать. Я даже им здесь лежак поставила, и вот они здесь спят, и даже на полу. У них здесь курорт. Вот, посмотрите, какой экран. Немножко пришлось нам там подпиливать, то ли ванна, то ли экран. В общем, 2 миллиметра не сошлось. Ну ладно, это мы сделали. 4000 я отдала за этот экран. И вот здесь видите, как хорошо все двигается. Здесь вот такие пазы широкие, очень хорошо все уходит и не раздражает, и никуда не выпадает из этих пазов, да, вот, так что я довольна, там тоже вот ручка, и открывается с двух сторон, в общем, друзья, я как бы рада, довольна и счастлива, конечно, дороговато, за 4000, но все-таки нервы мои дороже. А, вот Монька, смотрите, куда он раз. Вот так вот. Вот здесь вот не заделано еще у нас. И вот здесь вот дырка, тоже надо будет что-то делать. Вот, и у него там, видите, у него там лежбище. Он там спит. Уединяется. Чтобы потом не лезть, да? Ой, все, уезжает Лешек. У нас ветер.